Итак, добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы беседуем с замечательным человеком на тему. Тема, знаете, какая будет у нас, наверное? Может быть, вегетарианство, да? Вот, Владимир, расскажите, как вы стали вегетарианцем? Ну, спасибо большое, Алексей, за то, что есть такая возможность поговорить на такую тему. Кажется, что она не актуальная, но на самом деле она очень актуальная. Вот, я так скажу для затравки, прежде чем начну отвечать на ваш вопрос, что если бы все были вегетарианцами, то те события, которые мы сейчас наблюдаем, можно было бы избежать. Вот, вот так я скажу. А как я пришел, есть такой термин «растительное питание». Растительное питание. Мне очень почему-то нравится. Вот, я буду говорить растительное. Как я пришел к растительному питанию? Это благодаря йоге, так как я занимаюсь йогой, йога-асанами. Я после первого занятия по йоге, я очень вдохновился, начал как-то практиковать, и мама мне дала книжку про йогу, и там было, в частности, про питание. Там был интересный момент. Написано, что растительное питание позволяет сохранить гибкость тела. И так как в тот момент я не каждый день занимался йогой, там где-то раз в неделю мне получалось, то для меня это было очень важно. То есть как бы на начальных этапах, когда все тело еще деревянное, ты, ничего не гнется, и ты редко занимаешься. Вот. А там было аргументировано, что ваша гибкость, вот насколько вы ее сможете развить, растительное питание способно сохранить это и приулучшить. В отличие от того, как мясная пища, да, или животного происхождения, она зашлаковывает вот суставы, сухожилия, мышцы, и они не такие эластичные, гибкие становятся. Для меня это был серьезный аргумент. Когда я заявил маме, что вот я перехожу на растительное питание, она сказала: я тебе готовить ничего не буду, выживай сам теперь. Вот, мне пришлось учиться готовить, жарить картошку, варить макароны, и очень меня спасала студенческая смесь. Это изюм, разные виды орехов. Вот. Ну а потом, так целый год, я аскетировал так целый год. За этот год я, может быть, всего лишь два раза попробовал какую-то колбасу, там где-то перехватил или еще что-то, яйцо какое-то в каком-то печенье. А так в целом я очень строго следовал всему. И через год я встретился с людьми, которые последователи ведической культуры. И вот там они меня, конечно, подсадили на специи, вот, на вегетарианские изыски. То есть растительное питание может быть, оказывается, очень разнообразным. Я вот когда об этом узнал, я понял, что, в принципе, ну, то есть после того, как я сидел только на жареной картошке и макаронах с орехами, а тут для меня открылось просто гастрономическое изобилие растительного питания. И хочется привести цитату одного бодибилдера из Омска. Такая была ситуация. Тоже мы для него организовали, ну, не специально для него, там был целый фестиваль такой небольшой, однодневный, и он присутствовал там, и его вот этим всем изобилием тоже накормили. И я ему сказал: ну что, как ты? Он говорит: не, ну если меня так каждый день будут кормить, я вообще в легкую вегетарианцем стану. Вот, даже бодибилдеры понимают, что, в принципе, спокойно можно перейти на растительное питание. Вопрос знания. Надо знать, как, что готовить, как готовить. Ну, вот вкратце, если, то вот так вот. Я стал вегетарианцем. А как вы стали вегетарианцем, дорогой Алексей? Спасибо большое. Ну, у меня примерно так, примерно, ну, немножко другая история. Да. Мы с семьей отдыхали на турбазе. Рядом с Тольятти есть такая турбаза Усинская. И там соседка по столу, мы просто на обеде, она говорит: вот тут есть доктор, который лечит, ну, консультации даже бесплатно проводит по здоровью и читает бесплатно лекции по здоровью. Вот. И я думаю, дай пойду, интересно. И вот это был Торсунов Олег Геннадьевич. Это было 31 год тому назад.
Представляете, 31 умножить. И пообщавшись, то есть я пришел к нему на консультацию и начал ходить на его лекции. И он сказал такую вещь, что для здоровья вегетарианство очень даже хорошо. Это научно-медицинский факт. Он сам врач, он закончил Самарский медицинский институт. Вот. И вот уже сколько лет он пропагандирует здоровый образ жизни, ездит по всей России, не только по России, за рубежом. И вот благодаря общению как бы вот с таким замечательным человеком, то есть он сказал, да, что вот для здоровья полезно быть, оказывается, вегетарианцем. И буквально, то есть после общения с ним, на следующий день я отложил, значит, перестал есть котлеты, стал есть только один гарнир, вот. И так вот уже 30 лет, да, практикую вегетарианство. Конечно, да, вот я тоже знаю много спортсменов, есть даже олимпийские чемпионы, вегетарианцы. Не так давно вышел фильм, ну, там у них на Западе, где даже Арнольд Шварценеггер рассказал о том, что он стал вегетарианцем, и даже Сильвестр Сталлоне, по-моему, тоже. Джеки Чан даже, видите, как много известных спортсменов, ну и вообще знаменитостей, да, переходит вот на вегетарианскую диету, да, и... А я вот хотел спросить, дорогой Алексей, вот расскажите, как ваша семья к этому относится? Как вы в семье? Я знаю, что у вас в семье не все вегетарианцы. Да, не все. Все в семье вегетарианцы, да. Но, конечно, я бы хотел, чтобы все были. Но все по воле Господа. Вот. Ну, то есть я готовлю для себя, они готовят для себя, вот так мы и живем. У вас две кухни, разная посуда, как вы практически? Нет, конечно, одна кухня у нас, кухня одна, да, разные тарелки, да. В общем, давайте поговорим все-таки вот о том. Ну вот я вот реально помню, что да, мне как-то прям стало легче. Как-то легче прям стало. Потому что все-таки вот этот аспект как бы моральный, да, как его говорят, что мы придерживаемся вот этого принципа ахимсы, да, ахимсы. То есть не причинение зла другим живым существам. И, конечно, здоровье однозначно, это научно-медицинский факт, что прибавляется здоровье, но также и вот этот аспект как бы духовный, да, что все по-настоящему духовные люди, они все были вегетарианцы. Да, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, ну и так далее, да. То есть, если человек хочет развиваться духовно, то это вот очень даже помогает в духовном развитии, да? Вот что вы об этом можете сказать? Ну, да, это, конечно, отдельная история. Я вот, кстати, буквально одну ремарочку вот по поводу того, что физически... Да, я начал с того, что неделю, я решил, что я неделю попробую, одну неделю, 7 дней всего, и вот посмотрю, как пойдет, не пойдет, и потом такой у меня эксперимент был. И за неделю я чисто на физическом, духовно, конечно, я еще ничего не ощутил, но
неделю, через неделю я физически, вот, то есть пищеварительная система и желудочно-кишечный тракт, да, так сказать, все, то есть походы в туалет, все это показало мне сон и интересный момент, даже мысли. То есть вот у меня такое ощущение появилось, как будто я до этой недели вегетарианства, как будто я носил какой-то мешок на себе с картошкой пыльной, и все время дышал этой пылью, и все было в пыли. А тут я все это скинул, как бы омылся, почистился, и реально, ну, то есть, как бы, даже как будто картинка изменилась, как будто краски стали ярче. Вот такой вот эффект, действительно, в плане духовности. Да, это интересный момент. То есть... Но такие тонко-эзотерические вещи, да, но в целом, то есть если мы ощущаем, что мы меньше кому-то доставляем беспокойство, как вот известно, относись к окружающим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. И вот тут этот момент очень интересен, что живые существа, они обладают разным уровнем сознания. И вот животные, они обладают достаточно развитым сознанием в том плане, что они ощущают боль или наслаждение, да, страдание или радость. И, соответственно, когда их умерщвляют, да, чтобы вот плоть получить животную, вот это вот впечатление, да, сильная эмоция, боль, она, конечно, остается в памяти, так сказать, на уровне вот какой-то вот вибрационной, что ли, да. И когда ты поедаешь плоть, то ты как бы наполняешься вот этой вибрацией, вот этой эмоцией живого существа, которое в страхе было лишено жизни. В отличие от растений, да, растения, они очень позитивно настроены. То есть яблоко, яблоня, она сама отдает свои яблоки. Когда яблоня, она, на ней много яблок, да, плодов, то она сама опускает ветви, как бы протягивая плоды, да, как бы прося, возьмите их, в конце концов, помогите мне, да, облегчите мне жизнь. Вот. И когда ты срываешь яблоко, сама яблоня не умирает при этом, она продолжает жить дальше, и в следующем году еще раз дает тебе плоды и так далее. Не убегает от тебя, не стекает кровью, не кричит, когда ты отрываешь яблоки. Вот. Ну, то есть очень как бы очевидно настроение. И как вот мне нравится один американский психолог, тоже который пропагандирует растительное питание, он говорит, дайте маленькому ребенку щенка и яблоко, и посмотрите, с кем он будет играть, а что он будет есть. По-моему, это, говорит, очевидно. Вот. И, конечно, в этом плане, то есть, ну, скажем так, перед духовностью, перед тем, как начать чем-то духовным заниматься, нужно вот как бы более-менее отрегулировать свое мирское, да, вот как бы на мирском уровне, на ментальном, свое сознание успокоить правильным образом жизни, ну, насколько это возможно. И вот растительное питание, оно как раз подготавливает этот фундамент. Потому что даже голуби, голуби, обезьяны тоже вегетарианцы, тоже они вполне себе не причиняют много беспокойства окружающим. Что вы думаете по этому поводу? Да, да, да. То есть разные уровни сознания у растений, животных, это, да. И животные – это наши меньшие братья. Почему вот человек считает домашних животных своими братьями, да, а коров нет? Чем корова хуже собаки или кошки? Чем она хуже собаки или кошки? Корова. Понятно? То есть это действительно вот просто донесение вот этого знания до человека, до своего сознания. Но донести вот это знание и так, чтобы, если вот подумать логически, это просто логически подумать, чем корова хуже собаки. Наоборот, даже лучше. Даже лучше. Молоко дает. Молоко дает, да, наше дает молоко. Ну, может быть, на сегодня мы остановимся, вот, и продолжим в следующий раз. Вот. Предлагаю таким... вопрос нашим зрителям задать. Какой? Чем корова лучше собаки? Мы уже сказали, что она молоко дает, а есть еще что-то, что она может давать, что может быть лучше, чем собака. То, что лучше, чем у собаки. Я, кстати, вспомнил еще момент интересный такой вот, Простоквашино, да, интересно, что собака и кот там разговаривали, а корова только мычала.
Тоже вот какое-то такое, как будто недолюбливаем, знаете, вот какое-то вот неуважение, какое-то лицемерие. То есть собак, может, мы любим, да, а коров и остальных мы едим просто. То есть какое-то неравноправие на животном уровне у нас, отношение к животным какое-то неравноправное. Да, 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 да. Неравноправие. Ну что, большое спасибо Владимиру. Да. Дорогие, спасибо вам, Алексей. Да, дорогие зрители, вот пишите свои комментарии, пожалуйста, свои вопросы. Мы постараемся на них ответить в следующем видео. Так, до новых встреч. Да, пока-пока. Всем хорошего дня.